Hello, children! Good morning! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами продолжаем говорить о животных, которые живут в джунглях, и тренируемся рассказывать о том, какие части тела у нас есть с помощью выражения I have got. А сначала повторим название частей тела и слов, связанных с джунглями, с помощью вашей интерактивной программы. Открывайте программу. Unit 5. How many legs? Тема номер 5. Game words 2. Игра в разделе слова words номер 2. Number 2. Listen and click. Послушайте и нажимайте на картинке то, что вы услышите. И так картинка станет разноцветной. Мы работаем устно вместе с вами на экране. И для начала посмотрите, пожалуйста, на картинку и попробуем вместе рассказать от имени этой обезьянки, какие же части тела у нее есть. Hello, I am Cheetah, the monkey. I have got How many fingers have you got, Cheetah? How many legs have you got? How many feet have you got? How many toes have you got? Have you got a tail? А теперь запишите, пожалуйста, в своей тетради 5 предложений, начинающихся с I have got, которые с вашей помощью рассказала обезьянка Чита о себе. And now look at the coloring page below. А теперь посмотрите файл, прикрепленный для вас в Classroom. Это разукраска, но не просто раскраска, а раскраска с определенным заданием. Посмотрите, что за зверь перед вами, посмотрите, где он находится, и прочитайте предложение внизу, где рассказано, каким цветом нужно разукрашивать какие части тела или какие элементы раскраски. Практически точно так же, как вы играли в интерактивной программе, только по-настоящему. Выполните задание на раскраске. У кого нет возможности распечатать и разукрасить, вы можете нарисовать своего собственного животного, используя подсказки.
Но самое главное, что вы должны сделать с помощью этой картинки, когда она у вас получится, это попробовать рассказать от имени животного, какие есть у вас части тела и какого они цвета. Используйте конструкцию I have got. А на этом все. The lesson is over. Goodbye.